Зал для вылетов Брюссельского международного аэропорта, где 40 дней назад прогремело два взрыва, вновь открыт для пассажиров. 111 стоек для регистрации пассажиров работают в отремонтированном после терактов помещении и еще 36 во временном здании. Это позволит восстановить на 80% мощность работы воздушной гавани. По словам администрации, на полный режим работы аэропорт Завентем перейдет только во второй половине июня. Пришедшие на церемонию символического перезапуска работы зала для вылетов почтили память 16 погибших при взрывах. Несмотря ни на что, мы все решили сплотиться и противостоять террору. Сегодня мы перезапускаем наш аэропорт. Брюссель снова в деле. Добро пожаловать в аэропорт бельгийской столицы. Очень волнительно вернуться сюда после того, что произошло. Но в то же время мы гордимся. Мы очень рады вновь начать работу для наших пассажиров и в память всех жертв. Мы хотим показать, что мы есть и что мы вместе по-прежнему сильны.